Ублюдки! Фу, сука, так противно! Ебать! Сдуй куда-нибудь! Иди на***! Я вас ненавижу, бля! Сдуй куда-нибудь руку! Я не могу! Всем привет, это новое видео на нашем канале. Сегодня мы сыграем довольно-таки трешовую игру. Итак, представлю вам наших участников. Это Руслан, который до жути боится этой игры, который очень сложно вообще соглашался на это. Это Артур, которому сегодня больше всего повезет, сейчас вы поймете почему. Меня зовут Андрей, а это наш новый участник Азиз. Итак, расскажу вам суть игры. На столе у нас стоят боксы, в которых спрятаны такие очень противные существа. Здесь в первом боксе мы видим червей, которые очень противны на ощупь и на внешний вид. Здесь большие тараканы, которые очень шумные и мерзкие на ощупь. Здесь у нас питон, который на вид спокойный, но может цапнуть, потому что он не ел 3-4 дня уже и довольно-таки голоден. И сейчас последний просто чемпион в нашей игре – это скорпион, который даже ядовитый. То есть, если он тебя укусит, здесь можно снизу сделать описание того, что будет с тобой, если он укусит тебя. Возможно, ты умрешь, но это не точно. Да, но это не точно, поэтому мы это решили, как нам сказали, ну, вас укусит, но это не точно. Вот. Суть игры в том, что мы прячем вот эту вот резиночку в одном из боксов. Почему резиночку? Потому что она непонятно какая на ощупь, и будет, ну, неясно, что ты берешь в руки, потому что у участника будут завязаны глаза. Игра сама по себе трешовая, но и проигравшему участнику вдвойне не повезет, потому что он будет делать татуировку у чувака, который вообще никогда не делал татуировок. Ему будет еще и больно, он играл в эту игру, и это просто тройной трэш какой-то, двойной, четверной трэш. Артуру повезло то, что он вообще не играет. Играем Азиз, я и Руслан. Итак, поехали. Я не первый. Че ты не первый, то ты. А давайте Дон Зиги, кто первый? Да, давайте. Вот здесь только встаньте. Пошли в нахуй, давайте я колечко поставлю, а вы проиграете. Пожалуйста. Нет. Мы играем по чесноку, все по чесноку играем. Готов? Бля, у меня такое лицо, блядь, блин. Первый летает тут. Последний. Кто последний остается, тот играет первым. Камень, ножницы, бумага, раз. Я не знаю, там какие просто. Да, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. А тебе не понятно, бля, я так рад, что я не... Ты первый еще проиграл. Тебе так рад, что я не первый, бля. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Я трохни, хуй. Ай, блядь, мне пиздец страшно. Блядь. Сука. Блядь. Чё? Чё-то там тихо. Время, быстрее. Ты да мне страшно, пи***ц. Попал еще вот эти, да? Ага. Каким образом? Ты как будто знал. Я клянусь, я ничего не вижу. Переигрываем. Сдуй куда-нибудь руку! Я не могу, нахуй! Давай! А ты еще в пакет держишь! Сука, ненавижу вас! Второй раз, готов! Ебать! У него разлоблен! Вены на лбу, ты
уже мимо боксов правее, а левее, левее. Да. Меня так жду, как мне что-нибудь... Это питон, блядь, ебову. Вот здесь не питон? Не знаю. Если, блядь, поднимает прям голову и шипит, вы говорите нахуй. Ладно, это червь, блядь. Червь же, да? Не знаю. Вы питона червя-то не положили хоть? Ублюдки! Фу, сука, так противно! Все, все вы же, да? Все вы, все вы. Сука, вот вы тварь, я вас ненавижу. Осталось 20 секунд. Есть питон, да? Не знаю, ем. Сука. Там время следит? Вот здесь питон. Питон? Тут не питон. Что-то там оттуда прям дышит, оттуда воздух какой-то. Там питон. Азик говорил, у тараканов воздух. Значит, что черви. Блядь, потный, сука. С ним. Поехали. Че, тут нету, что ли? Тут питон, да? Блядь. Я должен найти, я же должен выиграть, да, пацаны? Да. Тут питон, да? Попудово тут питон. Вот он, блядь. Так, если он прям пыжится, вы прям говорите, ладно? Я не вижу. Кто-нибудь видит? Нет. Пыжится. Пыжится, блядь! Это пиздец вообще. Сейчас он... Питона по голове погладит. Сейчас он не... Вы, походу, не положили на резинку. Положили, положили. Сука, нету, вообще в любой из боксов, неважно что где, потому что я безумно боюсь насекомых ужасных и змей, тем более, будь это питон, даже если я не умру, если он меня укусит, все равно было очень страшно, ну, наверное, вы сами все видели, как я пищал, просто невыносимо было. Я с удовольствием набью эту татуировку проигравшего, чем я бы шерудил в каждом из боксов. Какие ваши впечатления, вы были первым? Было очень страшно. Ты думал, будет я очень? Я боялся самое больше тараканов. Почему ты тараканов боялся питона? Нет. Я не знаю, я боялся, я просто я знал, что вы, типа, думаете, что я самый безбашенный, я куда угодно полезу, но мне было, блядь, так же страшно, я подумал, что вы просто либо вообще уберете резинку так, чтобы я до последнего искал, и вы что, короче, ждал от вас под кого-то. Скажи честно, первый раз, как нашел? Я реально охуел.
Я сам просто нашел. Я ничего не видел до последнего, клянусь. Короче, все, у него будет новая татуха от мастера, который никогда вообще не делал никаких татуировок. Сейчас глянем, как это будет. Если вам нравится этот видос, подписывайтесь на канал, ваши комментарии. Ставьте лайки. Очень хотим. Ставьте лайк. Лайки — это очень важно. Я объясню, почему. Если будет много лайков, то наше видео выйдет в топ и увидит его большее количество людей. Поэтому все зависит от вас. Мы очень на вас надеемся. Краски на теле, девка потеет, твои волосы гладкие, глаза так сверкают. То, что мне нужно, это в тебе, это в тебе. То, что мне нужно, краска в тебе, краска в тебе, краска в тебе. Ты моя точка и бесконечность. Я знаю точно, тату навечно, тату навечно. Навечно, тату навечно, тату навечно. Я пью Бакарди, это нокдаун, тебя это свалит. Палево, палево, палево. Она против, твоя мама не знает. Краски на теле, краски на теле. Иголки под кожей, да сколько же можно? Я не терплю, ору что есть мочи. Меня ты захочешь днем или ночью. Я в тебя влетаю, медленно взявшись за волосы. Мы не понимаем, что близко так космос. Мой космос, мой космос. Нажми на кнопку. Ну чё, как у тебя ощущения, парень? Потом, может, готово. Лучше, чем в змее лезть в... Да? Всё-таки ты не жалеешь, что ты проиграл? Нет, не жалею. Пусть... Ставь лайк, если любишь YouTube так же, как Руслан. Руслан теперь любит YouTube навсегда. Прикинь, YouTube когда-нибудь закроется, и твой ребенок спросит: папа, что это такое? Я скажу: неси ноутбук, пиздец. Сейчас я тебе покажу лучший сайт на планете. Как дела? Я вообще охуенно. Че, ты боишься? Все у тебя? Прошел мандраж? Каково тебе быть татуировщиком? Мне очень понравилось. Все, да? Будет татуистером. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если вам нравится это видео, ставьте лайк. Оставляйте отзывы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, будет очень много видосов. Помимо этого видео, скоро на канале выйдет влог с нашей последней вечеринки. Очень интересная концепция, в принципе, нашего канала. В общем, будьте в курсе. А также выйдет скоро мой новый и первый клип, тоже на нашем канале. И записывайтесь через 2 месяца на сеанс вот к нам. Он лучший татуировщик, на самом деле, я... Нет. Можем назвать канал Татустеры. Татустеры? Татустеры. Татустеры, поющие ртом. Поющие ртом? Да. Чё? ТПР. Это как тупой. Мне кажется, мы... Всем пока, друзья! Всем пока, всем пока, пока. Близко так космос, космос, мой космос, мой космос. Близко так космос, космос. Ты моя точка и бесконечность. Я знаю точно, тату на